Вот и прошло школьное детство. Казалось, только вчера папы и мамы крепко держали маленькую ручку своего сына или дочки, торжественно и взволнованно шествуя к воротам школы. Незаметно пролетели годы, и вот торжественный для выпускников день, полный особого значения. Я желаю вам, чтобы жизнь вас только закалила, но не сломала. Любите искренне, дружите честно, мыслите свободно, живите душой, мечтайте сердцем. И тогда у вас в жизни все обязательно сложится. По традиции перед выпускниками с напутственными словами выступают и приглашенные гости. Разрешите от имени главы города Бурдыгина Сергея Александровича, от себя лично, поблагодарить каждого педагога, каждого служащего школы номер 5 за ту работу, за тот душевный вклад, за те силы, за ту любовь, которую вы дарите нашим детям. Церемония последнего звонка всегда очень трогательная, и почти все выпускники признались, что их обуревают смешанные чувства. Этот день, конечно, становится началом новой жизни, что, безусловно, доставляет радость. Но еще это во многом грустный праздник, так как приходится прощаться со школой, которая целых 11 лет была вторым родным домом для своих воспитанников. Эмоции зашкаливают, так сказать. Это все последний звонок, последний раз. Я, возможно, вижу учителей. Последний раз я могу так провести здорово время со своими друзьями, одноклассниками. Волнение очень большое, очень ждали этого дня. И хочется расставаться с школой, и как бы это плохо и хорошо. Для меня значит много, это как заканчиваю школу. Это как и праздник, и как-то слезы на глазах наворачиваются, потому что прощаешься с друзьями, прощаешься с знакомыми, близкими, понимаешь, что идешь дальний путь, и как-то радость в то же время, то, что все, идешь дальше. Ну, это один этап жизни, с которым очень много связано, много воспоминаний, и вот очень не хочется заканчивать школу. Прозвенел последний звонок и для выпускников 7-й школы, который стал точкой в многолетнем марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. Я хочу, прежде всего, ребят, вам пожелать, чтобы то, что происходило с вами здесь, вот тот опыт жизни, учебной жизни, он вам пригодился и помог каким-то образом в том, чтобы вы смогли найти самую удачную для вас дорогу, самое удачное для вас место, которое не только будет называться в дальнейшем работой, но и радовать и приносить вам удовлетворение от того, что вообще что-то делаете, что-то умеете делать. Также к выпускникам с напутственными словами обратились и приглашенные гости. Вы вступаете во взрослую жизнь. Впереди много перспектив, много работы, много побед. Я хочу, чтобы вы оставались достойными гражданами своей страны, своего города. И никогда не забывайте о своих друзьях из класса. И не забывайте опыт и душу, которые вложили в вас учителя и директор школы. Сегодня вы объявили тот самый взлет, которому будет посвящена ваша дальнейшая жизнь. Учителя и родители, дорогие ребята, наградили вас теми самыми инструментами, благодаря которым вы можете начать писать собственную книгу, книгу своего успеха. Пусть у вас не будет недостатка красок, инструментов, пусть не будет дефицитными страницы данной книги, потому что вам будет что написать, потому что сидящие здесь в зале родители, педагоги, они гордятся вами, гордятся, потому что очень и очень любят вас. И, конечно же, напутствие первоклассников, с большим интересом смотрящих на выпускников, кажущихся такими взрослыми и самостоятельными. Мы пришли поздравить вас с окончанием школы. Весь год мы смотрели на вас снизу вверх и понимали, что вы очень большие и очень сильные. Ну вот, наступил замечательный день. Сегодня вы уходите из школы. Вы понимаете, что молодцы, и сделал нас здорово, а старикам и сделал нас почет. Последний звонок – большой общешкольный праздник, который адресован 11-классникам, учителям и родителям. В этот день выпускники 7-й школы подготовили и спели для своих родителей благодарственную песню. Мы рядом с вами навсегда.
ответные слова от родителей. Последний звонок – это праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа. Этот день останется для учеников светлым и радостным воспоминанием о годах, проведенных в родной школе и с любимыми учителями. 11 лет в школе учились, и столько чувств переполняет меня. Ну да, мне жалко. Школа – это многое. Много связано с ней, с любимые одноклассники, с любимые учителя. Коллектив знакомый. Все с этим, с ними сложно расставаться. Все плакали, не только мы, родители, учителя. Но все-таки 11 лет провели одной дружной большой семьей. Жалко расставаться, конечно. Хочется сказать всем учителям огромное спасибо. За ваш труд, за ваше терпение. Спасибо. Окончание школы – незабываемый, волнующий момент жизни каждого человека. Завершилось милое, беззаботное детство. Впереди взрослая, самостоятельная жизнь. А символизирует начало новой жизни – последний школьный звонок. Наталья Смолякова, Алексей Магин. Новости Губкинского.